сделать что-нибудь интересное на своих мотоциклах, и за это они будут получать бабки. Стой. На, братан. Вот так бензин вылился на землю. Из-за того, что он горячий, он белым дымел. Прям вот так, земля белым дымела. Домой пойдешь, затянешь его нормально. Сгоришь где-то, а то. Всем привет, ребята! Сегодня у нас очень интересный выпуск про бабки. Дубль 2. Всем привет, ребята! Сегодня мы снимаем очень интересный видос. Сразу объясню, про что он будет. Короче, суть ребят, которые стоят за моей спиной, сделать что-нибудь интересное на своих мотоциклах, и за это они будут получать бабки. Какие правила, какие условия? Например, пацан делает что-то интересное, чуть-чуть. За это он, например, получит 50 рублей. Сделать что-то достаточно крутое, за это, например, 100 рублей. Если сделать что-то очень мега крутое, например, заехать в какую-то горку, там, не дай бог упасть, там, еще что-нибудь, короче, сделать очень интересно, за это он получит, например, 200. Точно еще сам не знаю, сейчас по ходу разберемся. Суть вы уловили. Я думаю, можно начинать. Погнали к ребятам. Первый — это Владимир на Кайо 140. Второй — это малой Эдуард. 125-ка у него Motoland. Макс, А4. Я не участвую, Давид тоже, потому что Давида сломался мотоцикл. Об этом, о его поломке мотоцикла, чуть попозже, будет все поподробнее, ребята, не переключайтесь, смотрите. Ребята уже правила знают, бабки вот здесь, они должны сделать что-то интересное и заполучить их. Пацаны, вы готовы? Конечно, да. Что-то вы какие-то вообще грустные. Да, готовы. Конечно, готовы, ёпта, но... Такое чувство, как будто я им сказал, давайте, ребята, покатайтесь, еще мне денег дайте по-братски. Все, пацаны, давайте, реально, вот... Кто постарается, он может себе, например, на новые грипсы заработать, а там что-то еще там. Если вообще крутые будете, я вас возьму во второй выпуск, который будет еще круче, чем этот. Там будет уже сумма побольше, короче. Если вам это понравится, выйдет вторая часть, в которой я буду раздавать больше денег, чем в этой. Короче, каждый из пацанов сейчас подойдет, скажет, что он может сделать интересного, особенного, то, что вот реально крутое. И за это он будет получать бабки. Кто первый, пацаны? Артур? Артур руку поднял. Что ты будешь делать, брат? И с чем это связано? Ну, первое я постанчу, а просто потом постанчу с одной рукой. Постанчишь, потом с одной рукой постанчишь? Да, только на первой передаче. Давай, без разницы. Сейчас посмотрим. Подожди, мотивация, мотивация. Давай. Ребята, у каждого свой уровень катания, я буду их оценивать по их уровню катания. Не в общий зачет, короче, каждый сам для себя, для своего уровня. Я буду смотреть, например, Эдик, он недавно катается, я не буду ему говорить, чтобы он делал тройное сальто, чтобы я ему дал 100 рублей, типа. Я знаю все, как катаются, поэтому все будет справедливо. А пока, Артур. Давай теперь с одной. Короче, сандить буду и в гору поднимусь. Давайте, ребята, кто что может, я ничего не говорю. Давай, если это будет круто, то ты получишь бабки. Смотрите, какое у него не преимущество, а противоположность преимущества. Идем. На этой покрышке очень трудно в горы подниматься, она лысая, ребята. Ну, он сейчас это сделает, надеюсь. Знаешь, в чем суть? Это нелегкая горка. Помнишь, мы прям целый выпуск на это снимали, как мы на нее заезжаем? И вот суть в том, что сейчас пацаны, ему лет 14, наверное, да, Вовчику? Давай, Вова! Да ну да, залетел, братан! Это шоу, я вам отвечаю. Точно, сотку это прям минимум пацан получает за такой агрессивный подъем, необычный подъем, нормально. Просто я каждого реально объективно оцениваю, типа, его знания, умения.
Он упал. 150. Упал, пацан, 150 сразу получает. За падение плюс 50 бонусов, братан. Ребята, посмотрите на стойку этого ковбоя. Разбавленный. Давай, Максим. Че? Говори, что ты можешь сделать интересно. Я ничего не могу. Надя, стой, Надя, все, уходи домой. Короче, я не знаю, что я умею делать. Вилли, могу заехать на эту горку, на те горы могу заехать. Мы можем поехать в другое место, ты можешь заехать там, если тебе здесь неинтересно. Че, поедем туда, куда я не смог заехать тогда? Давай. Короче, в тот раз мы катались, он не смог в одно место заехать. Если он сейчас туда заедет, то он получает бабки. Все, ребята, выдвигаемся, погнали на следующую локацию. Все, здесь же никто больше ничего не делает? Да, я хотел дропнуть сам. Дропнуть? Да. Где дропнуть? Вон там. Погнали, ребята, еще здесь. Сейчас пока что Артур, он хотел дропнуть. Да все, не бей меня, блядь. Не бей меня. Эти русские нападают на нас. Все, погнали. Ребята, сейчас Артур будет отсюда дропать. Дропать — это спрыгнуть с чего-либо, короче, вниз. Это называется дроп. Смотрите на высоту. Отсюда он сейчас на пяте прыгнет сюда. Ай, молодец. Соточку сразу забирает. Это очень жестокий дроп. Макс здесь на своем питбайке, когда прыгнул, у него отломалась ножка, на которую ноги ставить. Просто ножку отломалась, и он ногой ушел в пол. Тут все ясно, а мы выезжаем на следующую локацию. Погнали. Оп, и все, ребята, мы переместились на следующую локацию. Вот такой вот у нас подъем. Мокрый, весь сырой, в листьях. Ну, короче, как всегда, сегодня шел дождь, поэтому все мокрое и сырое. У Макса, как всегда, не самая лучшая резина. Подстертая, будет трудно. Ты готов? Подожди, прическу не видно. У Артура тоже. Нормально. Я готов, резина не готова, короче, пацаны. Вот такой подъем, ребята. Я ни на что не намекаю, но я могу первый подняться. Нет, ты сегодня не участвуешь, братан. У тебя поломка. Я без участия могу подняться. Что же, ребята, случилось у Давида с питбайком? Давид, идем. Случилось самое страшное, что могло случиться. У Давида заклинил мотор. Кто не знает, что такое заклинил мотор, просто погуглите, почитайте. Короче, это одна из самых худших поломок на питбайке. У него просто раздробило поршень хренам собачьим. Посмотрите сюда. Посмотрите, вот здесь должен быть еще один такой кругляшок. Он просто отлетел, чтобы вы понимали. Вот это поршень, ребята. Здесь, если что, дыры не должно быть. Но она тут есть. Попал Давид на 15-20 тысяч рублей. Полностью всю верхнюю часть двигателя нужно менять. Карта Давида в описании. Там и Тинькофф, и Сбербанк. Кому сколько не жалко, скидывайте. С кайфом в цвет, ребята, устроим. И поставим Давида на ход. Потому что это, мне кажется, надолго затянется, если мы ему не поможем. Просто кому сколько не жалко. Да, ребят, давайте, кто переводит, сразу там есть, короче, примечание. Ну, когда комментарии, да. Вы можете написать, например, хэштег с кайфом в цвет. Я пару хэштегов там выберу и скину себе в сторис. Все, ребята, давайте поможем Давиду, чтобы он выехал кататься. А теперь смотрим дальше видос. Все, брат, погнал! Нет, сюда не вариант. Не вариант? Ну, сейчас Макс залетит. Ой-ой-ой! Пацаны, давайте! Давай! Сука, мы... Че, пацаны, как вам подъем такой? Брат, ну это очень жестоко. Посмотри, масло не перелилось. Мотоцикл долго работал на боку, ребята. Это очень фигово. Че, еще будут попытки, брат? Не, давай лучше постанчу просто. Знаете, есть соревнования в Корее, в Японии, когда там наливают скользкую фигню на лестнице и по ним пособирают. Да, мы тоже самое делали. Да, тоже самое такое, что было. Как я подписался? Лови! Да, скользко. Ребята, я чувствую, за это он получит много денег, честно говоря, потому что мне его жалко стало. Макс, аккуратно! Стой, ручку сломай! Руль! Тут даже спускаться трудно.
Нифига себе он стантер. Все, отпускай тормоза. О, хорош! Сейчас еще Макс в придачу вам покажет станд, и мне кажется, он заберет много денег. Пока что рекордное количество, мне кажется. На, братан. 250, ребята, рекорд. Нормально? Мне не по кайфу. Еще больше дать? Нет, меньше. Ты что, дурак, что ли? Ты упал сколько раз? Да старался? И что? И что, ненормально все? Все, 250 рублей, забирает рекордное. Не, посмотрите. Еще 50 рублей. Нет. Ребята, ставьте лайк, поддержите эту рубрику. Давайте наберем 7000 лайков, и я буду звать подписчиков своих, которые с нашего города. Да и вообще, если с другого города. Короче, будем развивать эту рубрику. Снимать не только с нашими пацанами, а еще и с подписчиками. Раздавать бабосики и кайфовать. Все, просто ставьте лайк, поддержите. Ты рад, Макс? Вообще супер. Ребята, вот серьезно. Отвечаю, вот пока все это делал, очень сильно волновался, короче. Я, потому что особо в лесу, короче, не катаюсь. Но вот пацаны меня подбадривали, сказали, сделай, сделай, сделай. В итоге сделал. Главное, через себя переступить и сделать, это лишним точно не будет. Правильно? Да, если Давид, например, такое сделал, я бы ему дал 20 рублей, чтобы он чисто мороженое себе купил самое дешевое. Потому что Давид каждый день такое делает. Радуга! Ребята, у кого есть желание? Вон, вон, вон. Ты? Сюда заехать? Да. Давай. Да я! Володя! Я! Ладно, давайте сначала Артур, он давно просит. Погнал. Просто заедешь, короче? Попробуй. Давай, если что, сальтуху замути. Вы видели, прямо от питбайка убегал. Не брать его. Я стачок, блядь, дебилы, вы что там снимаете? Блядь, стоит, пацаны, дебилы, что ли? Он сейчас может вас помениться, бенз, блядь, стачок. Поднимайте. Но не надо, блядь, снимать. Он отсюда течет. Он оттуда, смотрите, испарение какое шло только что. У него прям, короче, вот так бензин вылился на землю. Из-за того, что он горячий, он белым дымел, прям вот так, земля белым дымела. Охренеть, да? А вот посмотрите, ребята. Просто шланг топливный отсоединился. Куда-то задел и просто вышел. Домой пойдешь, затянешь его нормально. Сгоришь где-то, а то. Привет, ребята! С вами Артур Пощан. Мы сегодня падаем на YouTube. Но я буксую, пацаны. Не едем, ёпта. Стой, эй, эй. Короче, ребята, спорный момент, Артур как бы заехал, но прям в конце уже начал буксовать, слез с питбайка, но в принципе он уже заехал туда, на эту вот горку. Просто скажите, сколько мы ему должны дать денег, ребята, ваше мнение, объективно. Забери у него 50. 300? Больше, чем Максу? Ладно, ребят, дадим ему 250. Нормально? Или мало? 300. 300, нет, 300 я тебе дома дам. Шапалах. Шапалах дома дам. 300 я тебе дома дам. Ладно. Знаешь, почему 250? А. Потому что для тебя вот так падать, это привычная ситуация. Это Макс новичок. Ну, в эндуро, он нормально так. Ну, ну просто, ты упал. Пацаны, эндурники, отойди, а он стандарт. Это мой кадр. Ему непривычно. Он упал, типа, назад там пару раз, да? Да, ты помнишь, когда... Питбайк на него упал. Потом бензин потек, он чуть не сгорел. Короче, 250 нормально. Можешь заправиться полный бак, чтобы еще 4 раз не сгореть.
Ванька, мам, ёп! Все, погнали дальше. Кто? А, Вова, будешь заезжать сюда? По-любому! Вот это нас! Каю! Каю! Это Каю, ёпта! Каю 140! Еще не заведется, понял? За то, что пацан попробовал, не очканул, у него самая лысая покрышка, самая беспонтовая китайская. Он получает сотку сразу. Ты бы получил 50 за попытку, но ты же упал, значит сотку приносил. Руки красные. Это что такое было у него? Все, ребят, ну типа не хочу пацана обижать, он попробовал, реально, зачем? Почему бы и не дать? Ребята, уже стемнело, но у нас остались еще бабки вот здесь. 2 сотки, короче. Давайте посчитаем, кто сегодня сколько заработал. Артур, ты сколько заработал? 450. 450 рублей Артур заработал. Я так понимаю, это больше всех он заработал. Ты? 100. 100? Ну ладно, брат. Он 100 заработал. Эдик, Вова заработал 250 вроде. Да. Он куда-то делся, я не знаю, он домой уехал или что, не знаю. Мы ехали все вместе, он пропал. Вова 250. Макс, а ты сколько заработал? 250. Макс заработал 250. Я считаю, надо сделать так. Ого. За то, что пацаны приехали, 100 рублей это очень мало, человек со 100 рублями домой не уехал, это даже не полный бак, вот 250 рублей, полный бак, Макс, ты, получается, 300 заработал, да? Да. Ну, Максу хватит, 300, я считаю, нормально. Кстати, ребята, я создал второй канал, ссылочка в описании, это первая ссылка, заходите на него, подписывайтесь, и как наберется 5000 подписчиков на втором канале, я начну выпускать видосы там каждый день. Набираем 7000 лайков, и выходит вторая часть вот этого вот формата катания за бабки. Ребята... Нас 99 тысяч плюс. И это означает, что уже 900 подписчиков и нас 100 тысяч. По-братски подписочку оформите. А мы все, мы погнали. Все ссылочки на все соцсети в описании, на всех ребят. Лайки, комментарии пишите, если хотите видеть еще вторую часть. Я уже не знаю, что говорить, очень долго. Все, ребята, садимся на пипаки, поехали. Стемнело, сейчас будет вторая часть с шакалами. И с буйволами, блин. Шакал! Все, ребят, всем пока, увидимся.